Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот небольшая посылка. Это из магазина GearBest. Давайте распакуем и посмотрим, что же здесь у нас. А это у нас колонка от Xiaomi. По-моему, колонка. Да? Или что это? В общем, я заказывал несколько вещей от Xiaomi, и какая-то из них только что пришла и попала в мои руки. Вот, давайте посмотрим, что это. Па-бам! Точно колонка. Колонка, ух ты, круглая такая, идет внутри. Корпус мягенький такой. Кстати, эти штучки можно достать и применить их куда-то. Такие прикольная стоечка. Вот. Ну и сама колоночка. Здесь получается это специальная резинка для того, чтобы колонка просто нажатием, по-моему, включается. И эта штучка для того, чтобы она просто не нажималась в пути. И все было с ней отлично. Давайте посмотрим. Инструкция. Инструкция у нас получается на китайском. Вот, ну, давайте отложим. Вот, черная такая, монолитная, легенькая очень. Очень мне понравилась с виду, я ее не видел раньше и только увидел, сразу заказал. Громкость включается вот так крутить. С таким приятным треском оно крутится. Не знаю, слышно, не слышно на камеру. Небольшая колонка. Я вам сейчас покажу, что с моей колонкой произошло с первой. Вот здесь, не знаю, заметно, незаметно, такая аж щель образовалась. Вот, и, ну, если, наверное, подковырнуть немножко, то... Вот, ну, в общем, она проклеена везде хорошо, а вот сверху вот здесь начала отставать, отлипать. Причем это такая колонка хорошая, мне очень понравилась, она по звуку бомбовая. И я ее, вот она, вот эта крышка, она то ли отлипать начала, то ли еще что-то. Вот, то есть, поэтому не все так гладко в технике Xiaomi. И, допустим, у круглой маленькой колонки, которую раньше я покупал, у нее пришлось приклеивать верхушку, то есть, она, колонка встроена в верхнюю штуку, пришлось ее приклеить, потому что я ее брал, и она просто внутренности выпали у нее. И, ну, я, честно, не ожидал. Я ее использую к ноутбуку, подключаю, когда там фильмы тихие или еще что-то смотрим, подключаю, чтобы было громче. Ну, вот такая вот крутая колоночка, снизу такая резинка прорезиненная, у них практически везде она. И, ну, очень классно все сделано, качественно. Мне пока все нравится. Ну, давайте включим. Заряжена она. Заряжена. И пошло искать, наверное, сразу. Тут я думал, она еще скажет там «Циян чуан линь, иван чан чун чань». Вот, но она ничего не сказала, как в этом телефоне включить. Bluetooth немножко непривычен для меня, потому что я им редко пользуюсь. Так, уведомления. Это я в Wi-Fi, что ли, зашел? Да? А мне же нужен Bluetooth. Вот. Наушники КЗ сразу нашел. И подключает. У меня что, они не выключены, что ли? Нашло все написано на китайском. То есть нашло его, подтянуло. Должен нам что-то ляпнуть, я надеюсь. Вот тут это уже по-нашему, вот это уже хорошо. Лентинчуньгу. Ладно, поговорили мы на китайском. Давайте мы послушаем музычку. Так, давайте послушаем, что она нам выдаст. Я здесь, у меня несколько роликов для проверки акустики, ну, несколько звуковых файлов, вот. Стереофонические радиолы и электрофоны Бердского радиозавода проходят самый тщательный технический контроль и по всем параметрам соответствуют паспортным данным. Это максимум, что ли?
ну, в этом звуке тиховато. Это максимальная громкость. Это максимальная громкость. Сейчас, секунду. То есть поставить на паузу просто нажатием на колонку сверху. То же самое и запустить, но срабатывает это как-то не как в наушниках, что только кнопку нажал и сразу пауза сработала, а срабатывает с каким-то секундной задержкой, поэтому мне кажется, что я еще не выключил, нажимаю еще раз и получается оно потом срабатывает и выключение, и включение. Послушаем дальше. Вот этот трек уже звучит громко и довольно-таки неплохо. И причем, когда ты руку подносишь, чувствуется, как воздух от динамика идет тебе в руку. То есть неплохо так играет. На вот такой вот высоте где-то, то есть я руку подвожу где-то на вот такой вот высоте, и слышна вибрация, то есть палец щекочет пальцы. То есть, ну, прикольно. Вот, сейчас я для сравнения включу вот эту колонку, и мы послушаем, как звучит она. Стереофонические радиолы и электрофоны Бердского радиозавода проходят самый тщательный технический контроль и по всем параметрам соответствуют паспорту данным. Все-таки эта колонка качает, наверное, раза в три мощнее, чем эта. То есть здесь можно рассматривать вот эту вот колонку как комнатную. То есть такое красивое дополнение к монитору, возле монитора поставить. И она так красивенько будет украшать вам стол и вместо колонок текущих. Тем более сейчас, допустим, у меня моноблок, и можно подключить прям к моноблоку ее по Bluetooth, подключить питание постоянное, и пусть она себе аккуратненько стоит рядом с моноблоком и проигрывает. Этот колонки для комнаты, для работы вполне будет достаточно. Давайте выключим ее, чтобы она не мигала. Вот так она выключается. Вот. Ну, а, конечно же, если вы куда-то рулите на природу, то лучше взять все-таки вот такую колонку и не заморачиваться с этой. Во-первых, они по весу, я не знаю, ну, наверное, похожи по весу, но вот это вот тяжелее за счет алюминиевой вот этой рамки, потому что здесь металл. Здесь тоже металл, но, наверное, тонкий какой-то, потому что она, ну, легче, и она... Да, металл, но...
Вот. Ну, сделано, конечно, очень круто, но, допустим, если вы планируете, она играет тише, и если сравнивать с этой колонкой, и если, ну, стильно, красиво, по-моему, там еще есть цвет другой, вот, белый, по-моему, есть белый и черный, я выбрал черный, но если не изменяет память, но нужно проверить. Ссылка будет в описании, я покупал тоже, по-моему, то ли с поинтами покупал еще до того момента, как их там порезали возможность применять поинты. Сейчас мы опять возможность открыли, купил там роутер. Вот, но это совсем другая история. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!